Огромный привет, и я очень рада видеть вас на своем канале. У нас сегодня с вами будет влог, не смотрите, что у меня на лице. Обязательно потом расскажу про одно чудо-средство, которое я сейчас использую, когда у меня появляются какие-то проблемы. Я чисто случайно его купила и совершенно не ожидала такого эффекта. Ну, по описанию мне, конечно же, все очень понравилось, но описание может быть разным, а эффект нулевым, поэтому я, честно говоря, восхитилась, и обязательно вам по ходу влога потом, ну, где-то расскажу про это средство, потому что если у вас есть какие-то проблемы с кожей лица, кожей там шеи, плечи, спина, если там есть какие-то высыпания, подкожные прыщики, то это средство вам, скорее всего, точно поможет, это средство вам, скорее всего, поможет, потому что мне оно буквально за одну ночь очень многие проблемы убирает. Я сейчас, у меня уборка, Женя со Львом ушли на пляж и говорят мне: ты типа тут отдыхай, мама. Ну да, отдохнуть мне удастся едва ли, потому что везде бардак. Лев успел за утро навести, что вообще в его детской творится, не знаю, покажу или нет, ну, может быть, покажу, с чем мне предстоит столкнуться. Есть еще другие комнаты, где надо убираться, поэтому отдых у меня сомнительный, надо было, короче, идти на пляж, а Женя, чтобы остался дома, убираться. И вот сейчас буду протирать зеркало, прям видео вижу, ну, точнее, через экран телефона вижу, где оно грязное у меня. И вот такую чудо-тряпочку я выиграла на Джум. На самом деле не возлагала на нее никаких надежд, но то, как она протирает мониторы там и у телефонов экраны, и зеркала без каких-либо средств, не оставляя абсолютно разводов, это просто чудо какое-то. Обязательно закажу еще, она двухсторонняя, вот, и там много очень таких хвалебных отзывов на нее, ко всем присоединяясь. Ну, я думаю, что на Алиэкспресс тоже есть и, скорее всего, дешевле, но так как теперь у нас ввели налоги на все посылки и даже на копеечные за 1 доллар, за 50 центов. Даже не знаю, где выгоднее заказывать, потому что на Джум сейчас этот налог, по-моему, будет включен уже в покупку. И я на Алиэкспресс, по-моему, с 1 июля 2021 года налог тоже будет уже включен. Ну, посмотрим потом вообще, как все это будет дело, потому что посылок идет много, и теперь мне уже каждую нужно будет растаможить. Вообще бред, конечно, но что делать? Ну, в общем, если вам интересно, то давайте приступим. Так, я сейчас снимала видео, девочки, честно вам скажу, вообще просто невозможно. Такая жарища, я пока сидела, мне даже плохо стало, голова закружилась, потому что, ну, прикинь, ты сидишь в одежде, плюс, я не знаю, сколько на улице, 30 градусов, наверное, в комнате по датчику показывает 28,5. Кстати, вот эти датчики Xiaomi я заказывала на Алиэкспресс, очень удобно, они влажность показывают и также показывают температуру. Честно, я думала, что я умру. В общем, ну, вроде бы все сняла, теперь осталось убраться. И сейчас покажу, мы Льву собираемся сейчас переделывать в комнату, да, сегодня вот начали, приступили, пока убрали отсюда кровать. Вот, и сейчас скоро придут наклейки с Алиэкспресс, и будем что-нибудь новенькое придумывать. Вот, надо будет переставлять и песочницу отсюда. Здесь у нас вот цветовая песочница у него и кинетический песок. Вот он здесь играет, ну, я вместе с ним играю, потому что я просто обожаю кинетический песок. Он так успокаивает, прям вот, знаете, релакс. Вот, а здесь пока у нас все по-старому. В общем, будем переделывать. Там вещи убрали, а точнее не убрали, туда вещи сложили. Буду все потом в комод разбирать. Или думаю, может быть, небольшой шкаф сюда купить. Вот. И кровать домиком, который он спит в ней. Но я думаю поменять ее на кроватку уже, у которой вообще нет никаких бортов. Потому что он когда спит, так резко переворачивается и часто бьется. Вот, и просыпается от этого. Поэтому думаю вообще без бортов взять. Так что у нас здесь вон Новый год. Лев нашел елку в диване и захотел, чтобы я ее повесила. Вот он здесь занимается. Так что вот такие планы. Потом, когда детскую переделаем, тоже обязательно во влоге покажу, что и как. У нас вот коробка от старых памперсов. Там у нас книги лежат. И я планирую... Лев что-то нарисовал, что ли, вон черным. В общем, я планирую сюда заказать полку для книг, потому что книги он часто очень... Мы вместе смотрим, читаем. Ну, точнее, я читаю, он слушает. Вот, поэтому надо что-то более такое удобное. Думаю, вот от Kindercraft полку взять. Так что такие планы. Так, еще хотела показать вам несколько своих посылок. Уже 100 лет этого не делала. Да и на самом деле я давненько уже ничего там из других стран не заказывала. Все в основном у себя в Эстонии покупала. Но тут, когда у меня был день рождения 28 июня, я решила с Feel Unique заказать себе несколько продуктов, которых здесь в Эстонии у нас, к сожалению, нет. И вот одна вещица, тоже хочу вам порекомендовать, это уже с Алиэкспресс, вот такой вот ультрасоник Skin Scrubber. Очень-очень мне понравился, я уже, естественно, им пользовалась, поэтому мнение о нем у меня уже есть. Здесь, кстати, вот инструкция на русском языке есть, можно почитать. И это все дело выглядит следующим образом. Классная вещь, я бы все равно потом видео про Алиэкспресс показала, но не все смотрят Алиэкспресс.
Ай, не открывается. Другие смотрят влоги. Сейчас открою и покажу. Так, открыла. В общем, скрабер сам выглядит вот так. Вот когда колпачок снимаешь, это такая лопатка, она достаточно острая. И здесь есть несколько режимов, которые вы можете использовать. Я использую обычно режим такой чистки, то есть я наношу, сначала распариваю лицо, потом наношу какое-то средство на него, и этой лопаткой по лицу как бы скрабирую. На самом деле я была в шоке, сколько первый раз он собрал с моего лица. Я даже не знала, что, ну, как бы визуально это не особо видно, но честно говоря, я была просто в восторге, и теперь несколько раз в неделю я использую это средство вместе с какими-то другими, потому что на сухое лицо нельзя. И также в комплекте есть вот такая вот силиконовая насадка, так что эту вещь прям очень рекомендую, если вы хотите в домашних условиях делать очищение вашей кожи, то этот аппарат прям вот, ну, очень классный, и отзывы на него тоже супер, там, по-моему, 2000 или 4000 заказов, и все отзывы хорошие. Моя посылка с Feel Unique шла 10 дней ко мне, по-моему, да, у них стандартно так 10 дней идет, доставка бесплатная, когда на определенную сумму набираешь, и доставка идет по всему миру. Я раньше довольно часто оттуда заказывала, вот потом как-то перестала, но сейчас мне захотелось какие-то новые вещи попробовать, тем более там были скидки 30%, ну вот какие-то такие. И вот эта паста, которую я в самом начале вам показывала от марки Payo, которая вообще тоже отлично избавляет кожу от разных проблем, с ней лучше ложиться спать, потому что у нее такой цвет, что, ну, в течение дня, как бы, если она у вас находится на лице, ее, конечно же, видно, ее не смывать, ничего не надо, то есть ложитесь спать, мажете на лицо, и утром встаете, улучшение буквально сразу заметно. Их вообще там три вида, но, ну, вот я взяла этот первый раз попробовать, и мне очень-очень понравилось. Дальше я заказала с Feel Unique, эту марку я заказывала уже несколько раз, но вот этот вот бальзам для очищения кожи, после того, как я попробовала корейские средства именно в виде такого масла, которое смывает косметику, я вот решила заказать. Вот это тоже очень-очень он мне понравился. Он кожу отлично избавляет от всяких загрязнений и минимизирует какие-то проблемы. И достаточно такой большой объем, сколько здесь, 150 миллилитров стоило, точно не помню сколько, но на сайте можно у них посмотреть. Вообще эту фирму я люблю, я у них и гиалуроновую кислоту заказывала. Сейчас декоративной косметики как-то меньше заказываю, поэтому больше вот на уход ориентируюсь. Ну, в общем, вот такое классное средство. Обязательно тоже вы можете попробовать его, если заказываете оттуда. Дальше я заказала клей для ресниц. У меня почти закончился мой дуо, и решила попробовать вот такой айлюр. Классный клей, хорошо, никаких вообще нареканий нет, отлично держит ресницы, хотя я их очень редко клею. А потом захотелось мне попробовать вот эту тональную основу, на нее тоже очень много отзывов там, ну, на английском языке, правда. Эту фирму я давно там видела, но вот решила заказать только сейчас. Удивительно, сразу попала в тон, там очень удобное было описание, поэтому ошибиться было сложно. 2.0 у меня оттенок, у меня такая кожа с оливковым подтоном. Крем просто супер, он на лицо идеально ложится, его практически незаметно, но он отлично корректирует разного рода проблемы, так что тоже могу вам его порекомендовать. Я не знаю, буду я ссылки оставлять или нет, но думаю, что вот вы тут посмотрите, на Feel Unique можете ввести и вот заказать. Здесь внутри помпа, что очень удобно. Вот, так что тоже осталась довольна. А дальше вот этот тоник я заказывала не с Feel Unique, просто его сюда положила, хотела показать вам тоже. Это микропилинг такой жидкий, тоже отлично убирает с кожи всякую ерунду. И вот, используя все средства вместе, я, конечно же, заметила такие хорошие улучшения, потому что кожа в последнее время была в не лучшем состоянии. Так что тоже могу эту марку вам рекомендовать. Далее взяла детскую зубную пасту, которая до 3 лет идет, 3 еще нет льву, поэтому и там вот внутри была такая силиконовая, но это больше, наверное, как-то для малышей подходит, потому что льву она не особо нравится, он с обычной щеткой чистит зубы, у нее вкус клубники и банана. Хорошая паста, ну, 6 евро, по-моему, или 6 фунтов стоила. Ну, как всегда, я очень часто заказываю Эмбриолиз в разных дозировках, так сказать, 30 миллилитров беру, 50 иногда, вот сейчас взяла 30, тоже обожаю этот крем просто, и под тональную основу он делает просто идеальное полотно, на которое потом вы можете красить все что угодно, и все будет хорошо лежать. Вот Эмбриолиз в этом плане мне очень нравится, еще у него такой приятный аромат, ну, не знаю, специфический довольно, может, не всем понравится, но этот крем тоже могу порекомендовать. Дальше заказала мицеллярную воду от Урьяш, большую, 500 миллилитров, еще не пробовала, вот, но думаю, что хорошая, потому что отзывы тоже на нее были хорошие. Так, что у меня еще здесь? Ага, была вот такая маска, она голографическая, но я тоже еще ее не пробовала,
поэтому ничего сказать не могу. Она тоже как пилинг действует, но потом, может быть, в каком-то другом видео расскажу про нее. Тоже отзывы были. Я все по отзывам покупала, просто ставила там косметику, где 5-4 звезды, и потом уже заказывала. И взяла вот такую кисточку, это правда Morphe Brushes, но искала я кисточку от Зоева, которая 224-я, растушевочная, маленькая такая, потому что я вообще не могу ей никак аналог найти. Но вот эта кисточка очень похожа, не знаю, как она будет работать, но думаю, что так же, потому что она прям один в один. А вот те кисточки от Зоева 224-й прям куда-то исчезли, не могу нигде найти. И еще вот последнее я заказала от NYX вот такой HD консилер. У меня был уже такой, только более темный цвет. Он мне очень нравился, как он перекрывает, но я им могла пользоваться только когда я достаточно загорела, что бывает крайне редко, поэтому вот я взяла еще один, так что тоже могу его порекомендовать. Он не пересушивает, но отлично справляется с синяками под глазами и, ну, со всякими недостатками. Так что вот такой у меня был заказ из косметики. Вроде больше ничего особо нового нет, потому что сейчас, ну, как-то, не знаю, много не покупаю. В основном вот все, говорю, сосредоточено именно на уходе, а вот декоративным средствам уже такое второстепенное место отдаю. Ну вот из того, что я вам показала и сказала уже свое мнение, это все можете смело покупать и пробовать, потому что качество и результат просто супер. А еще хочу вам показать, девчонки, свои покупки. Ну, точнее, я для ребенка покупала обувь. Знаете, это из серии «Ожидание и реальность». Не только Алиэкспресс этим грешит. Тут я заказывала с Membershop. Это сайт, на котором продается вот просто все на свете, начиная от обуви, заканчивая даже едой. Иногда там бывает с разных стран. И как бы их свозят на один склад, по-моему, в Латвии. И потом уже доставка осуществляется, допустим, до Эстонии, не знаю, как до других стран. Я заказала вот такие ботинки. Мы уже этой фирмы брали и обувь, и одежду. Не помню, здесь есть цена или нет. Нет, здесь нет цены. В общем, не помню, сколько, 70, что ли, евро они со скидкой стоили. Ну, как-то так, в общем-то. Вот, эта фирма, как я уже сказала, мне нравится. Они делают качественную и обувь, и одежду зимнюю. Alpin Pro. Вот, и решила заказать я кроссовки Puma, потому что у нас опыт с ними очень хороший, я уже заказывала одни для садика, и у Льва низкий подъем, точнее, низкий или высокий, это наоборот, ну, в общем, у него такая нога сложная, что подобрать ботинки и кроссовки довольно-таки проблематично, потому что то нога не влезает до конца, но Puma нам в этом плане подошли, и, в общем, на фотке были обычные серые кроссовки, а в итоге мне пришли вот такие вот блестящие, поэтому придется их, наверное, где-то в группе продать. 27 размер, ну, скорее всего, такие больше, да, подойдут девочке, мне кажется, чем мальчику. Ну, по крайней мере, не видела ни одного мальчика в таких блестящих кроссовках. Хотя Женя мне говорит, оставь, они классные, ничего страшного, что они блестят. Ну, мне кажется, это вот чисто девочкин такой вариант, поэтому буду их обязательно продавать. Так что и не только на Алиэкспресс такие казусы случаются. Не знаю, почему фотография так сильно отличалась вот с реальностью, потому что в сознании, если бы видела на фотке, я бы никогда такие кроссовки не заказала. Ну, в общем, буду продавать их. И вот еще одна моя классная покупка с Алиэкспресс. Это вот такая машинка для стрижки, триммер. Ну, вообще, здесь показано, что он именно для таких целей. Но мы используем для того, чтобы и затылок ребенку, не затылок, а, в общем, где на шее там волосы есть, подровнять ему все и за ушами и так далее. Он, кстати, воспринимает ее очень хорошо, потому что большие машинки он не любит. Он, конечно, стрижется и терпеливо, но все равно видно, что ему дискомфортно. А эта машинка достаточно тихая, еще она очень красивая и отлично подходит для бороды. И вот так она выглядит, смотрите, какая красивая. Я обязательно оставлю вам ссылку на нее на Алиэкспресс, но потом тоже буду уже в другом видео показывать. Достаточно тяжелая такая. Вот, заряжается от USB провода, и так красиво вот эти вот все сделаны, красивая детализация, вообще никаких нареканий, классная машинка, в комплекте идут 4 насадки, вот, и еще кисточка для того, чтобы чистить потом ее, так что, если вы вдруг ищете, она не очень громкая, и для ребенка, вот для таких мелких целей подходит очень-очень хорошо. Деда косит там. Кого ты ищешь? Да. Качать? Раз, два. Нравится? Любишь качаться? Да. Да. Собираюсь на дачу, наконец-то отнести эту, как ее
называется, корзинку, которую я для книг собиралась приспособить, и поднос, а то я все тяну-тяну, мне как-то даже жалко было, но сейчас отнесу. Женя, кстати, вырастил два огромных просто вот таких цветка. У него так хорошо идут цветы, но он, конечно, и ухаживает за ними, как за малыми детьми, но это у него реально круто получается. У нас даже там в гостиной тоже весь подоконник уставлен вот этими вот фикусами. Это каучуковый, по-моему, называется. Очень, очень красивый. Он часто у меня на заднем фоне на видео. И это тоже фикус, какая-то разновидность, но вот у него листики такие пестрый, ну, очень красивый. Реально, у него так хорошо все это получается. Не знаю, прям призвание какое-то, можно уже на продажу выращивать. Они все, знаете, прям точеные, листик к листику. Красота вообще. Супер. Так что, ладно, буду собираться на дачу. Сегодня у нас шашлыки. И, да, наверное, увидимся в следующем влоге или в следующем видео про Алиэкспресс, а может быть, еще в каком-то. Всем пока!